Привет, друзья! Этому фонарю более 2 лет. На него уже жалко смотреть. И тем не менее, я хочу показать, как я его использую. На магните, посмотрите, вот, его можно выгнуть так, так. Им можно подсветить в арку. Я могу вот так вот сделать. Я могу по большому счету, смотрите, 2 режима. Включить так и посветить вот сюда. Видите? Вот. Или посветить вот отсюда. Окей. Еще раз. Включил. Повесил магнит. Он стоит. Я сразу поменял аккумулятор. Поставил 18650. Усиленный 3400 емкость. В общем, что еще? Этот фонарь можно вот так вот поставить вниз, чтобы он светил наверх, например, под машину. Этот фонарь можно поставить так, стоять. Этот фонарь можно поставить вот так и освещать стол. В общем, еще раз, вот так. Освещение боковое. Посмотрите. Просто шикарная вещь. Лишний раз хочу похвастаться. Тут еще у этого фонаря есть крючочек. Вот тут вот он находится. О! Его можно вот так вот как-то подвесить. Например, вот так. В общем, хлопцы молодцы. Лишний раз показываю и говорю. Выносливая тварь, переживет ни одну поездку, ни одно путешествие. Вот такой вот фонарь.